Всем привет, дорогие зрители! Сегодня 23 апреля, День национального суверенитета в Турции, а также праздник детей. Поздравляю всех граждан Турции от души с этим праздником, а также наших детишек. Я пришел на пляж района Махмухлат и хочу снять цены на рынке на сегодняшний день. Субботний рынок. И хочу пройтись по этой улице. Заодно поговорить о том, о чем. Вот пляж района Махмухлат. Где-то галька, где-то плиты, в воде есть плиты. Многие уже знают, кто здесь проживал. Ах, красота. Пойду-ка я вверх. Тут у нас устанавливает новый ресторан. Также в 30 метров впереди еще один ресторан. Там пирс. Вот. Ну, наверное, через месяц все будет готово. Здесь они лесенку сломали, придется подняться наверх. Цены на недвижимость все идут куда-то, не знаю, вверх. Но надеемся, все это устаканится, потому что все недовольны на рынке. Также спрос большой, предложение меньше, хозяева меняют мысли, не продают, все что-то ждут. Но эта ситуация уже в скором времени все устаканится. Я думаю, что по-любому какой-то мировой кризис начнется, уже начался. Не знаю, как это долго будет длиться, дорогие зрители. Тут цены уже выше, чем в Испании. И это как-то для мое личное мнение абсурд. А подальше посмотрим, что произойдет. Здесь у нас детский парк. Игровая площадка. И теннисный стол. Столы. Тут приходят, играют люди на сегодня, соревнуются. Сегодня сколько градусов тепла? Еще покажу вам градусы. Вот, 24 градуса тепла. Обновим. Угу, 26 было. Тут банкоматы. Обойдем людей. Давайте я остановлю, паузу нажму. И когда пройду к базару, тогда продолжу съемку. Дорогие зрители, около башни часов, если вы идете в сторону гор, тут около Успола открылся вот такой продуктовый магазин, где продают мед, сыр натуральный, тут и тому подобное. Сладости вот такие. О. Я пока сниму вам то, что есть, а потом пойду на рынок. Мед. Балфи от Тарны Кимсо и Ледик. Натуральный мед. Русча Шейли. Мед у нас из севера Турции, цветочный мед из Карадениза. Черное море, да, где там? Рызи. Кракован называется. 350 за килограмм вот эти вот. Они все натураль, цветочный мед. И жидкие тоже есть. Жидкие тоже из Рызи. Ага. Район, да, из Рызи. Есть еще у нас вот эти вот, например, в черном упаковке, они с прополисом. Вот они подарочным, вот покажите, да. Есть килограмм, есть полкило. Сколько это стоит? Это 350 за килограмм. Но здесь кило 200, угу. Кило 100. Так, есть еще каштановый мед такой лечебный.
от кашля, от простуды и очищает кишечник от токсинов. Это как детокс. Здоровья желаю всем. Да, мед у нас натуральный. Сколько он стоит? 220 баночка. Это, чуть не уронил, 220 ли. Да. А это как называется? Чурчела. 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 Это в Грузии тоже есть, да, известные. Да, и гранатовый, и черный виноград, и белый виноград. Без сахара, 100% натуральный. Сыр, селимбей, вот. Мне сыр известный. Это просрочен, как называют его? Он с плесенем, полтора с плесенем. Года выдержанный, с коровьего молока. И она более полезная, да, для организма? Да, да. Против и это плесень, это нормально. И заболеваний, да, какого-то плохих заболеваний, рак там, да, туда-сюда. Да, против, да, них лечит, чтобы вы знали, да, с плесенью. Оказывается, ее кушают, да, чтобы знали. Какая разница между этими? Все увидели. Козьи, барани, все есть. Извиняюсь. Колбаса будет? Колбаса, это сардельки, куриные. Куриные сардельки. Да. Цены? Колбаса бывает. 200, говядина 250. Куриные сардельки у нас 250. 250 говяжья, а куриные 200 лир. 200 лир. Российские, да, шпиц, качки. 190. В общем, все бывает, сейчас не осталось, но, да, все бывает. Я охотничья, я говяжья. А сметана тоже есть тут? Да, чисто русская сметана. Каймакшит. Сливочное масло, цены 120, 110, 105, 105. Есть из козьего, из коровьего молока, все есть. Есть фабричное, есть такие. Да. Все, цены в магазине, потом я вам покажу рынок, дорогие наши зрители. Спасибо большое. Пожалуйста. Все добро. Также такой же магазин есть в той стороне, напротив почты Махмутлара. Называется Гюрме. Там тоже можете посмотреть продукты. Скумбрия даже копченая продается там. Гюрме написано зелеными буквами. Напротив ПТТ. Также здесь курица. Тавук дюнясы. Донер, шаурма. Здесь новый ресторан открыли. Европейцы в основном сидят. Пройдусь-ка я отсюда туда. Итак, вам покажу я один магазин, где продают натуральную соль. Чанкеры каятузы. Это от скалы. Вот. Также у него, кажется, гималайские есть, или не знаю, но Чанкеры. Это город Турции. Также у него есть светильники, его телефонный номер. Плюс 90 надо писать, WhatsApp напишите ему. Место расположения от башни часов вы идете вверх, в сторону гор. Тут вход к рынку. Я подробно сейчас покажу. Сперва хочу показать соль. 7 литров стоит килограмм. Натуральный соль, никаких химикатов. Это мелкий. Я вот у него покупаю. Вот. И есть большой, крупный. Вот. Также они делают вот такие светильники. Полезны для здоровья, не знаю, квартиру. Я себе купил, пользуюсь. Цены там 100 лир, 120 лир светильник, придете, узнаете. А так соль стоит 7 лир, 10 лир, 10 лир, килограмм. Все, показал секретное место в Махмутларе. Итак, здесь у нас мясник первый. Сейчас цены на мясо тоже покажу на сегодняшний день, 23 апреля. Детишками надо сегодня побольше поиграть, так как их праздник, подарки покладят, колбаса какая. О! Звонят. Какой хороший скутер трехколесный. Цены на мясо 110, 120, 130 лир килограмм. Это я уточню в том магазине. Здесь, значит, у нас колбаса 120 лир стоит килограмм.
Вот. От башни часов вы идете где-то 150 метров вперед. И тут на повороте, около этого мясника, в той стороне, можете купить соль. А я пойду на рынок вместе с вами. Одену очки. А то сейчас нападут на меня люди. Вот, оливки, цены поднялись. 35 лир было пара недель назад. Уже все. Сейчас спросим. Сыр сколько? Пардон. 40 лир сыр. Аджи бибер. 55. Эзине 85, балуки сыр, классический матч, thank you. Так, здрасте, нормально, как в школе, хорошо? Спасибо, учитель. И сметана, каймак не когда? 120, это домашний. Домашний, няшка, ой. Ой. 120 мне? Yes. 120 лет. Не, а что это? Корея не когда? Tereyağlar 130'a var, 150'ye var, 120'ye var ama tereyağı. Настоящий сливочное масло 120, 130, 150. Thank you. Akşam görüşürüz, akşama görüşürüz. Gel. Geliyorum. Bunu bitireyim. Gelme, başka yerde göreyim. Ay. Kameranı kıracağım. Ona göre. Говорит, у меня покупай. И у других, а то камеру сломает она мне. Да. 45, 50. Творог, кокелек 25 лир. Я привезу, я показал. Вот интересно, что тут все. Маракуя, куя. Кумкат. Мараба. Мараба. Ай, аби, дальше. Опять он. Маракуя. Антистресс. Кумкат. Кумкат мы был? Маракуя язмышцы? Маракуя, маракуя. 150 лир. Это звездочка. Алтын чилек. Золотой клубника. Вот так. Папайя. Кумкат у нас 50 лир, пакет 35, маленький пакет 20, папайя 50, такие папайи, вот видишь, какой большой, 50 лир, килограмм. Мушмула, новая земля означает, ени дюня по-турецки. Пачка 30 лир. Клубника 25 лир. Здесь дорого. Посмотрим дальше. Дыня одна штука 10 лир. Фиаттарда дешиклик вар ма? Дешиклик вар ма? Килолар не кадар? Кило 150, 180. 180. 200. Сколько? 200. 200. 160, 160 орех, 150. Это хайва, айва, да? Не, это хурма. 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 Туристки это. Ага. Фисташки сколько? 200. Миндаль? 200 лет. Придете, купите. У дядьки и по-русски говорит, и по-немецки, и по-африкански, там, денег китайский. Мало, денег мало. Нихао. Увидимся. Луком, все есть, специи, перец, все есть, еще. Вот перец, видишь, такой микс. Смешанный, микс. Это били. Это кушаешь и взлетаешь на Луну, да, ракета? Учё. И якё, а? Красный перец. Это 500 лир? А? Купили еще. Тогда я не буду трогать. Спасибо. Кабак 10, яблоко 8, тут у нас стоит 20, шелковица, помидоры
органический, натуральный 20 лет. Брокколи 25. Не надо торопиться. Так что 15 лир кубника в этой стороне. Жмула 10 лир пакет. Пакет? Один 75 сечки яйцо натуральное, большое. Четыре лиры зелень. Фасоль 20 лир. Натуральной картошки 15 лир килограмм. Берем. Havasında erken kapalı geldi. Buyurun. Çatır. Hepsi buradan. Baklajan 8 lir. Brokoli 1 штука 10. Помидор 10. 15. Мята 3 лиры. Восемь лир баклажан. Болгарский перец. Красный перец. Папайя здесь 15 лир. Музун фиаты не када? 20 лир банан вот такой хорошенький. Уже арбуз вышел. Гелди дольманым, да. Карпузин килосы? 18 лир килограмм арбуза. Огурцы 10 лир. Лимон 5 лир. Сейчас картошки еще найду. 15 лир были свежие картошки, а которые уже кабак 9 лир, лук 3 лиры, груша 15, яблоко 8, 12, еще одно яблоко сорт. Так. Помидор 15. Восемь. 5 лет. Апельсин. Яблоки 7 лет. Алдыр абе. Абе, еще видно, что надо. Биллиор. 7 лет. Огурцы 7 лет. Клубника здесь 20 лир. Картошка немного что там. Там внутри еще много всего. Советую и там пройтись, и сюда прийти. 1,65 во входе. С улицы Атачурка яйца вот стоят. Или они фасоли 10 лир килограмм. Так, зелень 3 лиры, 3-4 лиры. Молоко. Там. Так, все, плюс-минус я вам показал то, что есть. Цены на рынке 23 апреля. Ставим лайки, подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. И кого интересует недвижимость, пишите, звоните по номеру +90 555 064 91 10. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.